Здравствуйте. Вас приветствует Фаерволл. Чем могу помочь? Ладно, попробуем. А мне что делать? Сядь в углу, молчи в тряпочку. И держи свои жирные пальцы при себе. Да, ваше высочество, принцесса Грымза. Итак, Джин, становись на это окошко для пароля, а я тебе его скажу. Хорошо. Итак, 10-11-2002. 10-11-2002. Доступ запрещен. Ладно, попробуем другой пароль. Он что, меня каждый раз будет поджаривать? Да, типа того. Типа того? Это как? Готов? Вас приветствует Фаерволл. Любимый фастфуд – чимичанги. Чимичанги? Доступ запрещен. Ха, это может затянуться. Ой-ой. Фаерволл. Краб Мага. Краб Мага. Мейджор Лейзер. Мейджор Лейзер. Кто проживет на небе? Контер. Доступ запрещен. Запрещен. Ама. Фаерволл. Как же так? Мы перепробовали все, что для Алекса важно в жизни. Любимое животное, спорт и имя бабушки. Прости меня, Джин. Ничего не вышло. А вот если бы я придумывал пароль, это было бы имя любимой девушки. Я уже обыскала весь телефон, а девушке ни слова. Но она есть. Здрасте. В мусорной корзине я наткнулся на одно прелюбопытнейшее письмо, но я же должен сидеть в углу и молчать в тряпочку. Что за письмо? Прости, не расслышал. Что за письмо? Девушки из школы. В нем он признается в любви, но вместо того, чтобы отправить его, просто удалил. Дай пять. Это очень важно. Как ее звали? Как звали, да. Отличный вопрос. Кажется, вроде Тина. Карен. Мардж. Линлитси. Эллисон. Сара. Стой. Лупита. Вроде бы точно Лупита. Но вот произнес вслух и уже не уверен. Дженнифер. Если найдем это письмо, я смогу выудить его из корзины. Нашла! Эйди! Да, да, точно! Эйди! На языке же крутилась! Дорогая Эйди, мы с тобой две звезды во тьме ночной. Бриллиантом ты сияешь, путь мой освещаешь. Свети, моя звездочка. А в конце, видите, я. Дай пять. Теперь ясно, почему он его удалил. Жестоко. Ребята, давайте попробуем. Эйди! Доступ разрешен. Я в шоке.